Ее зовут Лилия, как название цветов. В этом тексте для нее немало важных слов. Этот куплет можно было кому-то подарить, но она выбрала от всего сердца благодарить. В первую очередь, конечно, спасибо маме за то, что всегда поддерживала, вдохновляла. Какой бы ни была сложной ситуация, мама с любовью в ней помогала разобраться. Отцу благодарность за сильный ее характер. Она может дать отпор и за себя постоять, самостоятельно добиться всех результатов. Также сказать спасибо она хочет и брату, хоть были разногласия с ним. Такой багаж, всегда придут на помощь друг другу, и это важно. Благодарит бабулю за тепло и воспитание, заботу, поддержку, любовь и понимание. Главная благодарность, конечно, мужу за пройденный путь вместе, бок о бок, душа в душу. Спасибо за доверие ее прекрасным детям, за выбор мамы именно ее на всей планете.